Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Владимир и Ольга. Завтра 10 марта, среда, очередное плановое обновление. Пройдет оно как обычно. Начнутся технические работы в 9.00, закончатся в 13.00 по московскому времени. В это же время пройдут технические работы на сайте. Завершающиеся ивенты. Мы едины в любой точке земного шара. Это ивент, когда мы, если вы помните, вводили особый купон, и по этому купону получили титул «Мы едины», получили 100 крон, сундук аксессуаров второй и что-то там еще уже не помню. Обратите внимание, этот купон будет в описании под данным видео. Если вы еще его не вводили, у вас есть время до 9.00 по московскому времени 10 марта. Проходил конкурс скриншотов с применением титула «Мы едины». Нужно было сделать скриншот и отправить его, разместить его на форуме с припиской «One». Вот этот ивентик завтра завершится. Также завершается скидка 100% на набор в Steam. Ну и давайте перейдем к предстоящим обновлениям. Будет добавлен новый дневник приключений «Путь к успеху Фугара». Как только мы этот дневничок сделаем, видео по традиции появится у нас на канале. Предстоит реорганизация приключений «Черного духа». Что она в себя включает? Помимо уже существующей доски, на которой мы проходим это приключение, появятся две дополнительные доски. Доски будут меняться рандомным образом после завершения каждого круга. Сбросится лимит на количество бросков для завершения круга. И так как этот лимит будет сброшен, арканы, которые добавляли нам количество бросков, они станут неактуальны. Поэтому имеющиеся у вас арканы будут заменены на кубики. Также уберут лимит на количество бросков после дубля. То есть сейчас, если вам выпадает дубль, кубик можно бросить один дополнительный раз. Вот после реорганизации такое количество будет сброшено. И как сколько раз у вас будет выпадать дубль, столько же вы будете иметь возможность дополнительно бросить данный кубик. Количество кругов теперь объединят. То есть если раньше ивентовые доски и обычные доски имели разный счетчик завершенных кругов, то после реорганизации они будут стакаться. Соответственно, вы быстрее сможете получить награду за завершенных 50 кругов и 100 кругов. Начнется новый сезон Гран-при убывающей Луны. Соответственно, с начала нового сезона введут рейтинг Гран-при, рейтинг этих скачек. Если вам интересно, какое место вы занимаете, то, пожалуйста, приходите, участвуйте в скачках и увидите свое, скажем так, свое имя в призерах, в победителях, в рейтинговой таблице. Будут расширены игровые функции геймпада. Ну, тут, ребята, я полный нубас, потому как геймпадом мы не пользуемся. И что это такое, и чем его едят, я не знаю. Ну, написано, что при выборе в настройках опции «Использовать геймпада», «Использовать интерфейс для геймпада» можно будет использовать обновленный режим с адаптированным для геймпада интерфейсом. Благодарность за непрекращающуюся поддержку и любовь «Черный дух» подготовил для игроков всего мира небольшой подарок. Это вот такой баф. Баф счастливого «Черного духа». Он будет применен после технических работ 10 марта. Характеристики данного бафа сейчас видите на своих экранах. Достаточно вкусно. Атака плюс 1, защита плюс 1, максимум ХП добавят, максимум МП, ДП добавят. Выносливости добавит, меткость плюс 4, уклонение плюс 4 и грузоподъемность плюс 20 ЛТ. Обратите внимание, что данные эффекты будут одинаково применимы после технических работ ко всем аккаунтам, независимо от даты создания аккаунта. Также произойдет сброс ограничений на покупку товара ивент «Свиток» 530% к боевому опыту и опыту навыков на 60 минут. Данное предложение находится в разделе «Мили». Сейчас я вам покажу, где это находится. Сейчас у нас эти свитки уже куплены, те, которые были ранее. Вот это предложение. И вот завтра, как раз-таки после технических работ, произойдет сброс вот этого лимита. И нам снова станет доступна к покупке 53 таких свитка стоимостью по 1 миле за каждый свиток. По времени данное предложение не ограничено, оно ограничено количеством приобретенных свитков. 53 штучки купите, оно точно так же у вас будет висеть в недоступных до следующего сброса. Так как палитру Мирабы сейчас ввели
крем-набор у игроков, у которых, до технических работ 3 марта была активирована палитра Мирабы, неважно, на 30 дней, на 60 дней, они к себе на почту получили итемки, ну, то есть набор палитры Мирабы, которую можно было продать NPC за 150 миллионов. Игроки, у которых данный набор не был активирован, у которых эти наборы лежали просто в инвентаре, они такой возможности не имели. Естественно, пошли обращения в службу поддержки с просьбой дать возможность этим людям также продать палитру Мирабы за ненадобностью. То есть она потеряла свою актуальность. Компания-разработчик пошла навстречу таким игрокам и сделала возможность получить в обмен на имеющиеся у них вот эти наборы, получить такие же наборы, только которые можно продать NPC за 150 миллионов каждый такой набор на 30 дней. Если у вас на 90 дней, значит, вы на почту получите себе 3 таких набора, которые можно продать за 150 миллионов. Что вам нужно будет сделать для этого? В период с 9 марта по 16 марта вам необходимо будет написать запрос в службу поддержки с просьбой обменять имеющееся на вашем аккаунте количество вот этой палитры Мирабы на эквивалент палитры Мирабы, доступной к продаже у NPC. Обратите внимание, что после 16 марта данные заявки приниматься не будут. Также в ходе технических работ 3 марта после реорганизации магазина «Миль» появился в продаже лот за «Мили» максимальная грузоподъемность плюс 50 ЛТ. Так вот, этот лот каким-то образом некорректно покупался. То есть написали разработчики, что они планировали не так его продавать, как он стал продаваться. И, соответственно, они сняли его с продажи, как только обнаружили вот такую вот некорректную продажу. И всем тем игрокам, которые в период с 3 марта купили данное предложение, неважно по количеству штук, сколько вы один купили, либо вы каждый, на каждый аккаунт купили по одной, по 3 штуки, это не важно. То есть за каждый купленный лот у вас заберут назад 50 ЛТ, и вам будет возвращено 3500 миль за каждый купленный лот. Так что, ребят, будьте готовы к тому, что завтра вы придете и не обнаружите на своем персонаже того количества ЛТ, которое вы приобрели. Ну и, собственно говоря, на этом все, ребят. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на наш канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.